Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Saints Row Remaster. И мы продолжаем погружаться в мир ахинеи, беспорядка, полного трэша, беззакония и вообще никакой морали. Присоединяйтесь ко мне, идите со мной. Выдуманный мир. Если бы это был настоящий мир, это бы уже было не смешно. Послушайте, я знаю, что все прошло не так гладко, как я говорил, но теперь мы можем справиться с этим. Пойдемте ко мне и дайте мне еще один шанс. Вы не пожалеете. Башка болит, что случилось? Ну, Джонни нашел сюда дорогу и забрал Пирса. Расскажи лучше что-нибудь, чего я не знаю, к примеру, что случилось со мной. А, ты об этом? Ты ощущаешь на себе эффект от моего облучения. А ну повтори. Пока ты был в отключке, я дал тебе поток святых. Специально облученный из моего самодельного ускорителя частиц. Я собирался выпить его сам, но поскольку я причинил тебе столько проблем, я подумал, что тебе от него пользы больше. И что он, черт возьми, со мной сделал? У меня такое чувство, будто я могу бросить вызов всему миру. Он должен повысить твою скорость, силу, позволит метать огромные шары, сделает тебя неуязвимым, а также имеет неизвестный побочный эффект. Мой супергеройский коктейль. Теперь ты можешь смело отправляться за Джонни. Черт, круто! Слышу вдалеке какой-то рев. Вычисляю координаты источника звука. Есть! Отправляю тебе координаты. И взмыв в небо, словно бог среди смертных, лидер святых отправился на поиски двух своих верных помощников. А их добрый друг Джимми Торбинсон между тем оседлал информационную магистраль в поисках новостей. Оседлал информационную магистраль? Ты чё несёшь? Что? Ты о чём? Ты как со мной разговариваешь? Так это ж ты пургу нести начал. О боже мой! У тебя есть телепатические способности. Ты можешь читать мои мысли. Стой, я в твоей голове. Черт, тогда вытащи меня отсюда и позвони по телефону. Хорошо, я на месте, но никаких следов Гетта. Прикончить святых! А что тут военные делают? Ну кроме того, что в меня стреляют? Точно. Они использовали динамики, чтобы воспроизвести тот звук, чтобы выманить святых. О боже, мне так жаль. Я должен был это предвидеть. Тебе нужно найти Джонни и Пирса. За меня не волнуйся. Джимми Торбинсон, твердо вознамерившийся компенсировать свою страшную ошибку, начал прочесывать радиоволны в поисках пропавшего Джонни Гетта. Я найду. Серьезно, Джимми, тебе нужна помощь. Ах, да, извини. По радио говорят, что из планеты святых доносится какой-то рев. Я все равно буду на телефоне. Вот он. Выпускайте зверей. Я убью эту малявку. О нет, я проанализировал звук из второй планеты святых, и мне кажется, что это ловушка. Я рад, что ты можешь мне сообщить то, что я уже знаю.
Пирс, ты там? Босс, да, я тут где-то. Мы на мосту Марагах, на нас нападают военные, поторопись. Не волнуйся, скоро буду. Джимми, почему я замедляюсь? Похоже, действие потока святых заканчивается. Я думал, оно продлится хотя бы один час. Но ты лишаешься сил очень быстро. Придется остановиться. Я нужен Пирсу и Гетту. Останавливаться не вариант. Хватит не стрелять. Как вы туда забрались? Я не вижу. Гет забрался сбоку, но ты не волнуйся. Я вызвал ребят, они летят на вертолете. А, вот это я и хотел услышать. Черт, на крыше снайперы. Поосторожней там, я вижу вертолеты. Я знал, что ты справишься. Не забывай про вертолеты. Они выводят танки на шоссе. Новые вертолеты. Черт, как здорово. Давай еще раз. Джонни, да ладно тебе, я же пытаюсь тебе помочь. О, теперь ты хочешь попробовать воззвать к его разуму? Святые подвели меня. Я знаю, Джонни, но мы можем все исправить. Да, мы твои друзья, Джонни. Гет, друг. Да ладно тебе, дружище, пойдем домой. Стриптиз на шесте. Точно, чувак, стриптиз на шесте. И так заканчивается наша история бесстрашных героев, связанных узами, которыми... И они были связаны. Стилпорте снова безопасно. Но кто знает, когда городу вновь придется позвать на помощь святых и их новых союзников. Конец. Интересный вопрос.
Пока вы справляетесь с материалом просто охуительно. Высылаю вам информацию о месте проведения следующих съемок. Когда прибудете, мы будем уже снимать. А все эти люди, они тоже снимают? Кто снимается, а кто нет? Большинство пришли из разных программ. А что это за другие программы? Не знаю, осмотрись тут, если хочешь. Ого, ты только посмотри на декорации. Фейк, почему все по-настоящему не устроить? Знаешь, как трудно снимать на крыше здания, так что в финансовом отношении это оправдано. Но с этой крыши удовольствия ради не спрыгнешь. Прежде чем ходить, возьмите оружие. По местам. И поехали! Мы должны отключить устройство для управления разумом, чтобы остановить захватчиков и не дать им захватить город. Что случится с людьми, если у нас ничего не выйдет? Их умы будут порабощены, и они будут выполнять команды захватчиков. Я не могу. Я не оставлю в беде жителей этого города. Если город пойдет, то на очереди окажется вся земля. Вот устройство, сдерживай их, а я отключу его. И я обеспечу тебе безопасность. Нужно и другие отключить. Тогда пойдем. Ты обращаешься с оружием, как настоящий профессионал. Спасибо. Черт возьми, не забывай про свою роль, Квилана. Я слишком многого прошу. Ты можешь просто делать свою работу? Но я даю тебе изумительное указание. Ты должна меня каждый день в своей жизни благодарить. Вот следующая, я ее возьму. Нет, милая, моя очередь. Но ведь я должна... Просто поверь. Ладно. Тогда я тебя прикрою. Импровизация. Блестяще. Мне нравится это чутье. Вот говно. Лучше отступить. Черт возьми, нужно продолжать. Наша работа пока не окончена. Само собой. Мне это нравится. Снято! Мы почти добрались до следующей сцены. Вы моя бандитская суперзвезда. Просто бог среди людей. Но клянусь богом, если девчонка вновь отойдет от своей роли, деньги на исправление фильма будут вычтены из ее гонорара. Неимоверно. Мы оба отошли от сценария, но теперь вдруг я во всем виновата. Я об этом и говорю. Попробуй ему ответить. Я покажу, какая я ужасная актриса, как показала той сучке Мэрилин, когда давала свидетельские показания. Точно, ты должна... Стой, что? Давай просто перейдем к следующей сцене. У вас должно быть новое оружие. Возьмите его. Вернемся к уничтожению чужих. Пока он ко мне не пристает, да? Следующее устройство должно быть совсем недалеко. Печально должно быть убивать представителей собственного народа. Они сделали свой выбор, а я сделала свой. Я не могу им позволить поработить город. Видишь, вот об этом не надо забывать никогда. Мы на месте, я тебя прикрою, а ты сломай его. Нет, твоя очередь, делай как я. Я могу попробовать. У тебя все выйдет, я тебя прикрою. Быстро наверх по лестнице.
Черт, отлично. А это еще что? Кто сказал, что можно взорвать больше положенного? Черт, придерживайтесь сценария. Я сделала то же самое, что и в прошлый раз. Что не так? Нам придется вырезать это из финальной версии. Поэтому хватит косячить и дай звезде выполнять свою работу. Дженни, не волнуйся, ты отлично справилась. Нам нужно найти способ выбраться отсюда. Там базы данных. На одном из этих компьютеров есть код к космическому кораблю. Нам придется разделиться, быстрее справимся. Разве? Да, проверь платформу подо мной. Нужно торопиться. Я ничего не вижу. Давай посмотрим внизу. Ты иди в ту сторону, а я в другую пойду. Ой, что это? Думаете, только вы можете импровизировать? Вы запустили процесс самоуничтожения, а дверь закрыта. Бум! Посмотрим, как вы справитесь. Мы справимся. Идем в аппаратную. Я остановлю эту штуку. Тогда я прикрою. Самоуничтожение остановить не удается, но дверь открылась. Тогда давай туда. Снято. Готовимся к следующей сцене. Ты серьезно? Замены? Эй, Дженни, это что еще такое? Никаких замен. Я чуть не надорвалась для этой сцены. О, да. Стоп, это наша? Мне об этом ничего не говорили. Мне на секунду показалось, что мы отправляемся на какую-то другую планету. Знаю, похоже на Марс. Ладно, это оружие будет идеально для святого. Давай просто закончим эту сцену, чтобы мы могли уже отвязаться от Чена. Тихо! И взлет! Корабль, сюда! Давай быстро туда, а потом сразу обратно. Что это за фигня? Отлично, еще силового поля не хватало. Давай просто найдем нужные рубильники и уйдем отсюда. Кажется, один остался. Кто она? Секретный боевой пришелец. Разве она не прекрасна? Если под прекрасно ты подразумеваешь, не влезает в свои шмотки, то безусловно. Ладно, пойдем.
Только я и представители моего народа можем отключить этот генератор. Кричит от боли. Черт, Квилана! Черт, как больно. Пойдем. Я за тобой. Что-то там Квилана на платформе. Не трогай меня. Мне всего-напросто понравилась твоя машина. Ну какого хера ты не остановился? Ну скажи мне, пожалуйста, ну почему, блядь? Я ж все-таки на мусорской машине с мигалками ехал. Ты, тварь, конченый. О, Кадиллак. What's a car between strangers? Just like Johnny did. Для начала первой игры Кубка Дженки сексуальной киской необходимо ваше присутствие. Пожалуйста, немедленно отправляйтесь к месту проведения игры, чтобы мы могли приступить. Шерстогазм сексуальной киски. Сбивайте своих противников гигантским клубком шерсти. Проводите комбинации, чтобы открыть ударную волну. Взгляни, босс, в чем дело? Поскольку это место когда-то было хижиной синдиката, я подумал, что стоит пошариться и поискать, что они тут оставили. И на что же я смотрю? Ключи от бандитской ячейки. Не хочешь узнать, что же они такое запрятали? Синдикат узнает, что ключи у нас. Они будут ждать нашего следующего шага. Тогда прикрывай мою задницу. Пойдем. Надеюсь, план у тебя хороший. Я просто зайду внутрь, открою сейф, заберу дерьмо и выйду. Думаешь, это так просто? Твою мать, нет, братишка, я уж даже волноваться начал. Ты главное жди, когда я выйду. Ладно, я выхожу, прикрывай мою задницу, пока я не найду место, где спрятаться. Надеюсь, ты нашел все, что нужно. Черт побери, да. Ты прикрываешь меня или как? Помощь сверху мне бы не помешала. Черт, эти ребята никак не отстанут. Не дай этим засранцам подобраться слишком близко.
Ты собираешься убирать этих засранцев? Помощь сверху мне бы не помешала. Ты все-таки поможешь мне или как? Они дорогу перекрыли, помоги мне выбраться. Опять блокпост. Не дай этим засранцам подобраться слишком близко. Тогда я приготовлю здание сразу за этим мостом. С вами был Розе, всем до скорых встреч!